участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. Между собой сыграли команды Октябрьского и Ленинского районов Саранска, баскетболисты из Рамаданова и гости из Пензенской области, команда из города Заречный. Соревнования проведены в рамках партийного проекта «Детский спорт». Все, да, мероприятия у нас проходят в рамках партийного проекта «Детский спорт». И вот в таком формате мы уже организовываем не первые мероприятия. Летом у нас прошли соревнования по футболу, по стритболу. Часто у нас проходят мероприятия по единоборствам, по баскетболу, по самбо. То есть мы стараемся как можно больше вовлекать через свои мероприятия молодежи, граждан Республики Мордовия к занятию физической культурой и спортом. Борьба между командами развернулась жарко. Ребята демонстрировали свое мастерство. Каждый хотел обыграть соперника и стать первым. Их спортивный азарт – залог формирования любви к физической активности и здоровому образу жизни. В этом и состоит особая значимость проекта. Очень важно, что сейчас многие дети, не только дети, взрослые, приобщаются к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом. Это важно для здоровья, это важно для как развитие ребенка, так и укрепление, как я уже повторяюсь, для здоровья нашего населения. В свой праздник «Единая Россия» пришла на игру не с пустыми руками. Кроме медалей, кубков и грамот подготовили в подарок для Мордовской школы по волейболу и баскетболу мобильную баскетбольную стойку. Она компактная, ее достаточно легко переносить, а также установить в любом месте. Валерия Новикова, Ирина Семенова, «Народные новости».